Здравствуйте, это рубрика «Интервью». Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня гость нашей студии Татьяна Кузнецова, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии. Здравствуйте, Татьяна Григорьевна. Единая неделя иммунизации сейчас проходит по всей стране. Проходит она и в Хакасии. Что это за мероприятие такое? Почему его проводят? Единая неделя иммунизации – это ежегодное мероприятие, которое проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Основная цель, конечно, единой недели иммунизации – это доведение информации до населения о необходимости вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний. И в этом году неделя единой иммунизации проводится под девизом «Ликвидация пробелов вакцинации». То есть в прошлом году в единой неделе иммунизации приняло участие 53 страны европейских, в том числе и Россия. А какие мероприятия у нас пройдут в рамках ее? Мы готовились к этому мероприятию. У нас подписан межведомственный план, в котором будет участвовать не только Министерство здравоохранения, но и Министерство образования, Управление Роспотребнадзора. И, конечно, основная задача нашего плана и наших действий – это донесение информации до наших взрослых, родителей и детей о необходимости проведения вакцинации. Пройдут круглые столы, они уже начата работа, пройдут круглые столы, семинары, обучающие семинары для медицинских работников, пройдут акции. Одна из акций уже началась у нас в одном из крупных торговых центров. Специалисты Центра медицинской профилактики ответят на вопросы, которые интересуют население. Но очень часто у нас всплывает такое понятие, как национальный календарь прививок. Не все понимают, что это такое, зачем он введен, что обозначает. Национальный календарь – это документ, который подписывается Минздравом России. Это документ, который строго регламентирует те инфекции, названия вакцин и сроки, в каких проводит иммунизация. То есть это иммунизация массового количества населения. То есть мы достигаем иммунной прослойки, той, которая необходима, чтобы не распространялось инфекционное заболевание. Национальный календарь – это наиболее, наверное, авторитетный документ, источник информации, где мы можем познакомиться с теми видами вакцин и те сроки, когда мы можем вакцинировать своих детей. Угу. Ну, недавно у нас прошла информация, что в Хакасии проходит процесс замены трехвалентной полиомиелитной вакцины. Чем она отличается от двухвалентной? И зачем это надо было вообще делать, менять это все? То есть это глобальная инициатива ВОЗ. Это происходит не только у нас в Республике Хакасия, но и во всем в мире, то есть на территории всего земного шара принято решение о том, чтобы исключить один из вирусов, который находился у нас в трехвалентной вакцине, из препарата, то есть из состава вакцины. Связано это с тем, что, проведя исследование, было доказано, что с 1999 года данный вирус не встречается в популяции, его нет уже в окружающем мире. И также ряд осложнений, которые он может быть, из-за этого вируса его решили исключить и перейти на двухвалентную вакцину. То есть двувалентность вакцины – это количество вирусов. Да, то есть было три вируса, от которых мы вакцинировали своих деток, а теперь это будет два вируса, которые пойдут в состав бивалентной вакцины. А как долго будет процесс этот происходить, вот этой замены? Мы ожидаем, что время не затянется. Угу. Вакцинация вообще продолжается у нас? Да, конечно. Вакцинация в рамках национального календаря продолжается. Дети первого года, то есть это самый уязвимый возраст, защищаются у нас другим видом вакцины. Это инактивированная вакцина. То есть основную защиту детки, конечно, получают. Сейчас все чаще слышу, что родители отказываются прививать своих детей вообще от чего-либо. Огромные форумы у нас в интернете, все знают, все умные. С чем это связано, вот, на ваш взгляд? Вот эта волна отказа от прививок?
Но прежде всего, наверное, мы, люди, успокоились, потому что мы давно не имеем вспышек инфекционных заболеваний на протяжении ряда десятков лет. Мы не видели искалеченных людей таким страшным заболеванием, как полиомиелит. Мы не сталкивались, ну, многие из нас, особенно те, кто моложе, молодые мамы и папы, они не видели той страшной дифтерии, от которой могут погибать люди. Поэтому все это, конечно, и приводит к тому, что люди стали отказываться от проведения вакцин своим детям прежде всего. Но мне кажется, это родители делают огромную ошибку, потому что на сегодняшний день те дети, которые не привиты, они не заболевают только благодаря тем детям, которые привиты. То есть у нас сохраняется достаточно хорошая иммунная прослойка, что не позволяет распространиться инфекции. Но как только уровень вакцинированных людей будет снижен, то у нас есть риски получить распространение таких серьезных заболеваний, опасных, которые, ладно, если ребенок будет иметь какой-то дефицит в здоровье, но это может привести к инвалидности и, конечно, к смертности, к гибели ребенка. Ну а вообще, как Хакасия на фоне остальных регионов России смотрится? У нас родители активно отказываются от прививок? Нет, мы находимся примерно на одном уровне, как и вся страна. То есть у нас есть определенный процент убежденных людей, которые не хотят вакцинироваться по религиозным каким-то мотивам. Но несмотря на это, даже вот на источниках, на правдивых источниках мы можем видеть даже информацию и у нас в церкви, где также не запрещена вакцинация, защита детей от тяжелых инфекций. Но с ними какая-то работа вообще проводится, с такими, конечно, убежденными? Конечно, мы встречаемся, мы выходим на форумы, встречаемся с будущими мамами, мы пытаемся разговаривать с родителями на родительских собраниях. Конечно, особенно это меняется ситуация, когда вдруг возникает риск распространения какой-то инфекции. Ну, как в этом году, допустим, напугал нас всех грипп, который был, которого была сезонная заболеваемость. И, конечно, родители, те дети, которые были не привиты, готовы были уже начать вакцинацию своих детей. Я думаю, что на следующий год процент непривитых детей у нас будет гораздо меньше. Вот, кстати, по гриппу. Невакцинированных детей во время эпидемии гриппа не допускают в школьные и дошкольные учреждения. Чем это обосновано? Это обосновано с действующим федеральным законодательством. То есть это вполне законно, это и родителям вполне законно. Бесполезно кричать, да, что вы не допускаете моего ребенка в школу. Да, действительно. То есть это все прописано в федеральном законе, но почему-то мы так привыкли, что мы читаем свои права, но не читаем свои обязанности. То есть четко написано наше право отказаться от прививки. Да, мы имеем право. Но есть обязанности, в соответствии с которым, если мы отказались от прививки, то мы должны эти обязанности выполнить. И одна из обязанностей – это в случае рисков массового распространения инфекции, то есть люди отстраняются от работы и дети от посещения общеобразовательных учреждений. И это связано не с тем, что кто-то там, управление Роспотребнадзора или Минздрав, так решил. Это связано с тем, что необходимо защитить людей, именно непривитых, от данной инфекции, которой есть риск распространения. То есть тут чисто забота о ваших же детях. Да, да. А вообще, где родители могут получить всю информацию о прививках, как они пройдут? Существуют какие-то правдивые и хорошие, правильные сайты? Ну, конечно, первое – это у своих лечащих докторов, то есть там, где наблюдается ребенок или взрослый, то есть в своих поликлинических отделениях. Конечно, это телефоны Минздрава, все мы есть на сайтах, и сейчас мы работаем в рамках горячей линии, то есть мы отвечаем на все вопросы по вакцинопрофилактике. И, конечно, на сегодняшний день есть правдивые, как вы сказали, сайты, где можно почерпнуть информацию. Например, это Союз педиатров России, где большое количество лекций для родителей. Это прививка.ру, где мы можем прочитать и по показаниям, и осложнениям, и реакциям на прививку. То есть все на этом сайте есть. И еще один из сайтов – это специалисты
о прививках. То есть тоже достойные умы нашей России отвечают на вопросы, делятся своим опытом и информацией с нами, с населением. Спасибо, Татьяна Григорьевна, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня в гостях у нас была Татьяна Кузнецова, начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Хакасии. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся.